Здорово, пацаны. Что-то опять давно не выходили видео, именно сборки. Ну ничего, сегодня постараюсь собрать что-нибудь интересное, тем более, что в комментах просили ребята собрать такой необычный ВАЗ 2107. Ну, сами увидите, что получится. Так, в общем, вот у нас есть кузов. Так. Нам нужна чисто семерка. Прям классический вид. Так, есть. Двери нужны обычные. Где они тут обычные двери-то? Вот крышка багажника именно от семерки. Так, вот это и вот это. Не знаю, все купил или нет, сейчас посмотрим. Так. А где решетка радиатора у нас? Вот это что? Так-с, теперь крылья передние, но это тоже от четверки. Ну, видимо, они и пойдут, потому что других-то, собственно говоря, и нету. Значит, там нужны вот эти стоковые крылья. Так. Теперь. Что еще надо? Вот они. По-моему, они. А нет, вот вроде. В общем, нужны обычные бампера. С виду должен быть полный сток. Так это все должно выглядеть. Мотор тоже не так важен. Так, сейчас сразу надо взять стекла. Надеюсь, тут есть такие в тонировочке. Так. Что теперь? Теперь фары осталось. Фары нам, в принципе, подойдут вообще любые. Главное, чтобы они визуально выглядели как сток. Так, где фары-то? Вот эти что? Аква. Галоген Аква. И задние фонари. Вот они. Сток. Сток Блэк. Сейчас посмотрим, что они как выглядят. Такс. Вот, а есть обычный сток. Именно седьмые. Ну, все можно собрать потихонечку. Так, капот, дверь, решетка. Так, снова двери. Это у нас еще крыло, еще крыло. Так, а что у нас? Ага, не то крыло купил. Вот он, бамперочек. Задний бамперок. Так, что там? Стекла-то. Что со стеклами не то, ребята? Так. Лобача еще нету. Где лобач? Ну вот прям то, что надо. Крыла только не хватает. Так.
Сейчас сохраню и звук включу, а то что-то без звука как-то не айс. Как-то непривычно, короче, без звука. Вот, другое дело. Такс. Все это дело в топчан. Давай, 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 давай. Так, где у нас крыло-то? Крыла не хватает. И поворотников. В смысле зеркал. Вот, кажется, эти. Где крыло у нас? Стоковое крыло. Где ты? Вот. Сток. Вроде оно. Так, и свет, в смысле стекло, которое лобовое. Лобовое стекло. Вот одно с полоской. Посмотрим, там красится полоска, не красится. Так. Интерьер теперь нам надо. Сразу вторить интерьер. Ну, конечно, вот такой руль. Собственно говоря, какие варианты-то? Вот. Только такой руль должен быть в такой машине. Так, что у нас тут? Приборки. Ух ты, есть приборка от Е30. Это круто, кстати. Так, возьмем ее. Дверные панели. Так. Ручничок. Обязательно вот такая вот ручка КПП должна быть. Так, педали. Крути педали, пока не дали. Вот педали. Сидушки. Каркас нам не нужен. Сиденья нам нужны абсолютно обычные. Так, ну вот эти вот прикольные. Такие они высокие, типа с боковой поддержкой. Ну, на самом деле это не так. Там одно название, никакой боковой поддержки нету. Так, ручки. Ручки, конечно, нужны вот такие вот, четкие. Ручки надо четкие. Такс. Да. Номера, короче. Только не знаю, эти или не эти. Где-то номера должны быть. Пацанчик один скинул мне, где скачать можно номера, там разные. Так. Ну да, вроде здесь вот они. Вот эти, походу, номера есть. Вот это передний номер, а это задний номер. Ну или наоборот. Хер его знает, как там. Так, что тут? Дворники. Это нужное дело. Брызговики нам не нужны. Абсолютно. Те, кто думает, что это будет просто заниженный сток, нет, вы ошибаетесь, ребят. Это будет что-то поинтереснее. Что-то поинтереснее, чем просто заниженный сток. Так, ну что, смотрим. Ух ты. Ну вот, видите, номера есть. Все. Правда, они разные немного. Из разного поколения, но это не важно. Да и вообще сзади можно номер убрать. Так, что теперь мы делаем? Теперь мы тачанку. Нет, ладно. Сначала подвеску. Так,
берем вот такую вот красивую синюю подвесочку, независимая многорычажка. Так, теперь нам нужны амортизаторы. Драйв, кони. Возьмем какие-нибудь такие вот одинаковые. Теперь пружины. А вот пружины мы будем искать. Возьмем одни. Так, возьмем ультра-лоу одни. А другие нам наоборот нужны самые высокие. Вот я вижу 9 тут есть. Возьму их и... Так, еще какие-нибудь нам надо. Еще что-нибудь тоже высокое. Гредди. Это все не то. Ну вот, тут есть жесткие на 8,5. А есть очень жесткие. Вот эти жесткие на 8,5, я думаю, они должны тоже неплохо растянуться. Так. Сейчас надо собрать сразу, проверить просто пружины эти самые. И дальше видно будет. Так, что-то я не так собрал. Да, не так собрал. Не той стороной поставили пружины. Кстати, пацаны, кто знает насчет задней, короче, независимой подвески? Ну, то есть, не балка получается, а именно задняя независимая на передний привод ВАЗа. Напишите мне, там, в группе найдете меня, вот, напишите мне, кто что знает вообще по ней. Отзывы, может, у кого стоит на машине, вот, или кто просто там где-то видел, где читать. Интересно вообще узнать о них, об этих задних независимых подвесках на УАЗ. Вот, стоимость там, кто производитель и так далее. Вот, если не трудно, напишите, пожалуйста. Так, эти мы можем поднять до... Где там? 10,5. Сейчас уберу их и попробуем другие пружинки. Вот, пока я собираю подвесочку, можете подписаться на канал. Ну и лайк там поставить, если нравится. Вот, а также в комментах, короче, не забудьте писать, что вообще стоит поменять. Может быть, у вас есть предложения какие-то. Это все тоже нужно. Давайте вместе как-то развиваться. Следующее видео выйдет о том, вообще, ну, то есть, об этом канале, как он появился. Многие говорят, типа, там, ты накрутился подписчиков. Ну, вот я объясню, откуда подписчики и вообще, что было с этим каналом и что планируется с ним делать. Так что, кто следит, если кому вдруг интересно, не знаю, много вас, кто смотрит или мало, вот, тоже подпишитесь, посмотрите следующее видео и вопросы отпадут все. Так, теперь нам нужны колеса. Колеса нужны именно здоровые. Ну, не знаю, 19, наверное, большие слишком. Сейчас 18 посмотрим. Такие прям какие-нибудь красивые нужны колеса. Может
может быть даже вот такие вот. Ну, что-то не знаю. Что-то. Может, 17-е как есть. Ну, 17-е это маленькие. Сейчас попробую 17-е вот эти взять. Вот. А там. Там видно, в общем, будет. 245 широкие. Вот. Только 30-й профиль что-то. Тридцатый профиль, по-моему, высокий слишком. Ладно, сейчас посмотрим. Надо прямо это, такой диск, чтобы как будто там. Ну, в смысле, такую покрышку, как будто изолентой там замотан. Совсем тоненький. Ну-ка. Но и это еще не все. То есть сейчас уже я так спалил маленько стиль, какой будет. Но я думаю, многие уже поняли, что за стиль будет. Вот, нужны нам, короче, колеса побольше. Семнари это мало. Давай. Давай гулять-то гулять, ставим девятнашки, короче. 19-шки. Так, 19-шки, 19-шки. Только красивые. Так, ну вот такие вот там, да, стоят. Или вот такие. Ну это широкие. А, вот. 11. Ну сейчас долистаю до конца. Может что? Что-нибудь красивое может есть. Почему нет барбетов таких, типа с полированной полкой? Было бы вообще круто. На этот, на бумер ставить. На Е34. Надо поискать, я думаю, может есть где-нибудь такие. А, ну, просто в реале видел вот эти борбиты с полированной полкой. А центр у них типа в этим, в черный покрашенный. И на черной тачке вообще космос смотрится. Просто космос. Так. Ну, выбор, кстати, большой, 19-шек. 19-шек. А нет. Нет, неправда. Так, ну не знаю, какой будет круче смотреться. Еще поставлю я тот вот, который в начале был. Чтобы посмотреть вообще, что будет. Или вот этот. Я думаю, даже можно вот эти взять. Так, вроде 4. Давай резинку 19-ю. Это очень широкая. Надо профиль поменьше. Потому что вот 20 профиль это хорошо, а здесь уже 25. Вроде ширина подходящая, а профиль, блин, не туда. Не туда ушел. Так, иди сюда. Это что? Это не то. Так, 19-шечки, 19-шечки. Нету.
Так, эти дреговые у нас. Ну что-то прямо и выбрать-то не из чего. Ладно, что делать? Придется вот эти брать. Так, ну да. Больше нечего выбрать. А те 9 нари, у которых профиль меньше, они широкие очень. Так. Нет, вот развал сзади точно не нужен. Не сейчас. Не сейчас. Убираем развал. Вот он все равно немного остается, то есть, когда занижаешь, не получается его полностью убрать. Вы там в комментах пишете, типа, развал не делают. Знаешь, что не делают. Так. И впереди нам тоже ничего не надо, никакой развал, ничего. Ну что, смотрим. Ага. Так. Теперь убираем диск. Так, вот, примерно 27. И этот туда же. Тоже 27. Теперь обязательно, просто обязательно вот такой вот. Вот такое вот движение делаем. Так. Чё, всё? Ну вот вам, ребята, тюнинг прямиком из Баку. Как там, так называемый аэротюнинг. Кто-то в комментах просил, короче, сделать такую семерку. Вот. Держи, пацанчик, настал твой день. Вот она. Прикольная. Так, ручки тут забыл покрасить. Как же без ручек-то? Ну чё, надо поставить двиган на неё, что ли, какой-нибудь. Так прокатиться, попробовать. Сейчас сохраню. Прикольно, кстати, выглядит. Низ можно в SLR-эдиторе еще пониже сделать, в смысле зад. Будет, наверное, еще прикольнее. Но, по-моему, это они так и делают. То есть не прям уж роняют. Примерно как-то так вот и выглядит. Диски надо, конечно, хром. Само собой. Вот, но в целом суть как бы передается. Стиль вот он есть. Так, сейчас движочек какой-нибудь. Хоть какой-нибудь движочек. Так, 4-цилиндровый надо взять. Вот какой-нибудь. Ну, Volkswagen он, наверное, будет. Переднеприводный. Honda Mitsuba. Subaru. Так, возьмем Субарик. Нет, Mitsubu. Mitsubu же есть полноприводный. Не, она тут. Mitsuba. Нету Mitsubu. Потом нам нужен аккумулятор обязательно. Ладно, хрен с ним. Тоже не суть важно. Вообще видел на модзоне, что... Ну вот, что-то зад приподнялся.
это же не круто. Ну а что, стоит движок правильно. Влезает полностью. Так. Вот опять начались эти свистопляски. Тихо, тихо. Тише будь, братишка. Да ё-моё. Не могу, короче, выделить я коробочку. А вот, пожалуйста. Почти, почти весь привод сместился. 75% назад, 25% наперед. Ну, будем считать, что почти весь. Так, ну чё, сейчас мотанем времечко и попробуем прокатиться и посмотреть, что получилось. Давай, давай. Так. Пусть будут городские пейзажи. Я уж испугался, думал, вылетит сейчас. Вот это двиган, зверюга просто. Но нам не нужен мощный. Наоборот, надо вот... Вот, вот он, стиль. Медленно катим по району, а впереди можно еще эту пневму. Чтобы так подпрыгивала малеха. И ребята там что-то на дороге вытворяют, типа арабского дрифта. Вот типа такого вот. Ну, арабский дрифт, сами знаете, что там не суть в том, чтобы дать угла хорошенько, а в том, чтобы ездить вот так вот, как... Ну, как араб, короче. Дорогу общего пользования. Вот, то есть, можно и угла на ней давать. Несмотря на такой внешний вид, незаурядный. Ну, на корч-то она явно не похожа. Давай, давай, вот так вот, 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 вот. Ну просто вообще конфетка. Конфетка получилась. И боком едет, и выглядит прикольно. Ну это нормально. Сюда нельзя, что ли? Чё тут перегорожено-то? Ну вот, началось. Бампер потерял. Припарковался, короче. Все, ребят, всем спасибо за просмотр, кто досмотрел до конца. Кто не досмотрел, тут какашка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обезон. И в группку не забудьте добавляться. Давайте как-то поднимать активность.